Закладываем дрова. Закладываю кору березовую. Для того, чтобы разжечь как следует. Теплая зима дала супругам Королевым немного отдохнуть. Топить печь приходилось не два раза в день, а один утром. Но теперь они вовсе могут забыть о дровах. В их дом провели газ. Придется учиться жить по-новому. Лениво. Потому что, в общем-то, движение – это жизнь. Так пошел, дрова принес. А теперь хорошо, у нас еще куры есть. Утречком встал, ага. Там тоскует, надо их кормить. Собрался, пошел, покормил там. Пришел, опять чайку попил. А пить чай Королевы предпочитают с пирогами. Самые вкусные получаются у хозяина Игоря Ивановича. Больше других. Дружное семейство, две дочери, пять внуков и правнук любят рыбные. Муж любит пироги печь. И вот теперь у нас такая прекрасная духовка. И пироги будут у него получаться, я думаю, еще вкуснее. Пироги от хозяина, а яичница от генерального директора Мособлгаза. Повод праздничный. Шарапово стало первым в этом году газифицированным населенным пунктом Московской области. Поехали. 812 домов, 1500 жителей. Теперь подключить газ на льготных условиях может каждый. Это стало возможным благодаря региональной программе развития газификации Московской области до 2025 года. В планах 50 в 23 муниципальных образованиях. Потом работа идет, она продолжается ежегодно. То есть и всего их еще до конца программы газификации 308 населенных пунктов. В округе мы еще газифицируем в сентябре этого года населенный пункт Гигирево. Вот, а в целом по Московской области у нас поставлена задача 50 населенных пунктов. Мы постараемся выполнить ее раньше плановых сроков. И более того, я думаю, что мы ее даже перевыполним, газифицировав больше населенных пунктов. Не 100 зарегистрированных жителей, а 30. Критерий для включения в программу правительства региона будет изменен. Это позволит значительно увеличить число газифицированных населенных пунктов на карте Московской области. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».